Нет, не. Да, Маргарита, нам нужно... Я тебе говорю, нужно к врачу съездить. Какая нога у Каролины, какая нога у Макса. У меня батарейка садится. Всем привет, ребята. Всем приветики, приветики, приветики. Не успею, я тут влог монтирую. То у меня как обычно. Я не успеваю, у меня компьютер включается на самом интересном месте. Ксюша пришла и Маргарита. А вот они такие хорошенькие. Котеночка надо маленького, да. А не кошку взрослую. Кису. А куда я тебе потом ее? Оставим. Новый привет. Урели на нас чем? С ванилью. С ванилью? Ну, так мы же кушали уже. Мы же кушали. Видео быстренько выложу и давай. Раньше улетел и таткать. Кушать. Если хочешь, можешь положить что-нибудь туда. Колбаску или еще что-нибудь. Нет? Это так, пицца с сыром. Да, это же пицца Маргарита. Бончик. Ну там же точно где-то. Бончик, пончик. Наверное, будем убирать батут. Нет, не. Да, Маргарита, нам нужно успеть землю, нам нужно успеть травку в порядок привести. Ты видела, как там провалилось в землю все? Кто пришел? Воля, что ты гавкаешь? Как дела? Дай маме. Это жвачка или конфета? Что печется? Встаем. Так, сейчас Маргарита уберет всю посуду. Ложки, вилки на место. Машинку. Разобрали. Будем обедать. Все, ножей больше нет здесь? Нет. Я пойду мусор выкидывать. Картон и бутылки. У нас картон и бутылки, и все, в общем, пластиковое выкидывают в одном месте. В определенное время. На кусок. Поэтому сейчас у нас час дня, и мы поедем. Не сапату! Ну, обувайся. Так, вот она, машина полная мусора. Все здесь. И картон. Там стеклянное все. Так, все, уселись. Мы пойдем с папой быстро выбросим. Хорошо, только не выходите. Ой, тут. Папа! Папа! Это наша сера! Ты все належала конфетки. Все, выкинули весь мусор. А эти много мусора насобирали. Это бусинки. Это конфетки. Где ты нашла? Это мама, папа мне купила. Да? Я думала, вы уже бусинки кушаете, сидите. Бусинки, эти бусинки. Смотри, не съешь, это нельзя. Поехали домой. Заехали машину сполоснуть, а то она такая грязная. Осталось пропылесосить, вытереть салон и все, и машинка чистая. Да. Помыли машинку, поехали домой. А ставьте лайк. Чистенько теперь. Ставь лайк. Что такая помидор покраснела? Я подавилась. Не подавилась, что ли? Так, мы пришли в это в подвал. Маргарита хочет найти свои... О, мне папа привез картонные коробки. Все. Будем собирать вещи. Маргарита хочет найти свою обувь. И я не знаю, где они. По-моему, они вот здесь где-то. Убирать, что нам нужно, что не нужно, и упаковывать уже потихоньку по коробкам. Потому что это очень много работы. Опять этот переезд. Я помню, как он у нас проходил. Это... Нам нужно вот эти все толстовочки убирать в коробки. Сразу упаковать, чтобы они в коробках лежали. Смотри. Так, ну что, мы пока упаковали вот эти вот. Раз, два, три, четыре коробки. Нужно потом прийти завтра вот это все добавки для слаймов. Все, в общем...
как она называется, для декора слайма. Тоже нужно все по коробкам. Всю одежда. Разуйся. Они не грязные. Мне все равно неудобно в обуви. А зачем ты куртку надела? Я вон сижу в футболке. Не хули. All right. Я тебе говорю, нужно к врачу съездить. Тебе сделают укольчик и все сделают. Марта, скажи, что это больно. Укол, любой укол больно. Нет, не укол, когда потом, когда я тут резали, было больно. Ну тебе сделают 2 укола. Нет. Нет! Вышли ее пацаны, вышли. Сегодня у нас курочка гриль. Последняя. Так, у нас рис на гарнир. И вот такие вот овощи. Ой, задымилось. Давайте, несите на стол, накрывайте. Горячая. Приятного аппетита. Да. Ложки уже брали, а вот одна ножка осталась. Я ножку люблю. Я люблю. Ножку и крылышки. Сиси. Я это люблю, а нет, я у меня сиси. Это люблю. Попа есть. А тебе грудка нравится? А я это... Это грудка. Это я люблю кушать. Ножку. Вот ешь грудка, это грудка. Я люблю. Грудку ешь. Вот это я люблю кушать. Вас в школе не учат играть на инструментах? Нет? Жалко. Но музыка есть же у вас? Забыла уже, да? Забыла. Давно не играла, забыла уже. Как ты думаешь, это вот здесь? Вот же у тебя наклейки здесь. Дай. Зажигай, девочка, зажигай. Давай. Будем играть собачий вальс. Давай, тихонь, давай. Я забыла. Смотрите, что я нашла. Как вы думаете, где Макс, а где Каролина? А, понятное дело, да, что здесь Каролина в розовом. Хотела спросить у вас, но... Чтобы вы угадали, но тут Каролина в розовом. Да, вот эта вот Каролина родилась. Вот такая вот бусинка. Совсем не похожа на себя. Так, здесь у нас отпечатки, ножки. Родилась она 17 декабря 2013 года. Она родилась в 03-07. 46 сантиметров, 3 килограмма, 140 грамм. Вот. Такие вот ножки. Малюсенькие ножки. Дальше. Посмотрите, какие ножки у Макса. Какая нога у Каролины, какая нога у Макса. Так, Максимилиан родился 13.12.2014 года в 11.37. 49 сантиметров, чуть больше, чем Каролина. И весит он 3.760. Каролина 3.140. В общем, Макс почти 4 килограмма весил. Вот такие вот фотографии нам выдавали в больнице. Папа сидит, бумаги прибирает. Ищет бумажку какую-то, не может найти. Смотрите, сколько счетов. Все выкидывает, ничего не нужно. Копировать? Знаю. Что тебе скопировать? То есть у меня есть одна, это... Один листочек, который нужно два раза копировать. Давай, у Ксюши в комнате копировали на это аппарат. Можешь
что ты все время рисовала Бэби Йода, а теперь она Джокера рисует. Тебе Джокер нравится? Это Бэби Йода Джокер. Бэби Йода Джокер? Да. Этот, а не это. Я знаю. Это ксерить. А что это у нас тут спят? Пингвин с обезьяной? Нет, нет. Она спит. У них тихий час, что ли? Тихий час? Давай, лови. Папи. Все, приземлился. Папи. Кстати, ребят, мы... Маргарита попользовалась сколько? Один раз или два раза? Два раза она попользовалась вот этой машинкой и аппаратом, которым я пользуюсь, чистит лицо. И посмотрите, у нее прыщики поуходили, вот чуть-чуть осталось вот здесь. У нее же много здесь было. Так что работает. Надо еще, надо каждый день Маргарита. Вот машинка, я ее включила, вот так сделала. Мне только надавила. Дуленцию завяжу себе. Уа! Такая вот. Дуленция. В колледж. Смысл не использовал. Да, не надо смотреть. Не надо смотреть в камеру. Хватит. Маргарита. О, щит. Нормально так сделай, блин. Смотри на себя. Так. Все. Начинаем. Самое главное, вот здесь у нее вот это место самое проблемное. Мы увидим, что у тебя будет намного меньше прыщиков. Надеюсь, пока будет. Только на лбу. Здесь пока нет, но все равно я пройдусь. Видите полоска? Она такая родилась. Да, еще с этой полоской. Я не знаю, что это такое, но вот появилась. Вот такая какая-то полосочка у нее на лице. Меня уронили? Нет. Ты какая родилась. Тебя никто не ронял. Ауч. Я тебе немножко. Вот. Я сразу показываю, да? Ну, не такая грязная, но все равно, да, такой серенький цвет какой-то. Меньше должно быть. Если сейчас уже видно, что меньше совсем они... Они у нее были белые, да? Прям гнойные с гноем. А сейчас подсохли. Прям корочки такие сухие. Отпускай! Давай, а то там сейчас мама будет. Мама. Давай, спите. Тебе не холодно ночью? Нет. Не включать? Да, потому что ночью прохладно. Да, ночью прохладно еще. Маргарита. Маргарита тоже включен, только что-то сильно не включен. Так. А где твоя с динозавриком? Она не ко всем... Не ко всей одежде подходит. А, она не ко всей одежде подходит. Да. Ну, Ксюша была. Пойдем кушать. Кушать, кушать. Быстрей. О, она же только чистая была. У нее попка в какашках. И она садится на кровать к Маргарите. Все, красавица. Подмылась? Бонни будет у нас пахнуть. Физи-бери. Давай, все, заворачивай. Теперь иди на кровать и вытирай ее. Не на мою. Иди на свою кровать, это твоя собака. Маргарита! Нет, она мокрая. Маргарита, что тебе сейчас? Что ты ее накрыла? Маргарита, уже 10 часов.
Там наверху дети. Твой истерический смех абсолютно, знаешь. Бонечка, все, не обращай внимания на твою сумасшедшую хозяйку. Она немножко ку-ку. Первый раз, да, такая? Она уже покушала? Не успела, бедная, покушать. Даже пойдем кушать, Бонь. Кушать. Шелтное слово, это можно. Можно? Нет, это от меня ждет, она от меня ждет. Можно, Джуни? Она от меня ждет. Нет, нельзя. Бонни. Бонни. Эй. Можно? 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 Можно, можно, нельзя. Все, она тебя... Она тебя не слушает. Ты не спи. Все, выключай. Мама, 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 мама! Намокла? Упси. Спокойной ночи, я пошла. Я зацепилась за ручку. Нет,